перепелятнике же сейчас температура 35 градусов. То есть градиент температуры, перепад составляет порядка 20 градусов. Задача забрать тот холодный воздух, который там есть, и передать нашим перепелам, которые здесь, конечно, уже запарились при температуре 35 градусов. Вот приточное отверстие уже готово. Здесь снизу с улицы забирается холодный воздух. Он такой очень холодный. Второе приточное вместе с обогревателем совмещено. Но обогреватель сейчас не работает. Ну и одна вытяжка у меня работает. Ну а так дверь-то она открыта. Сейчас я подключу трубу и направлю забор воздуха снизу. Посмотрим, как будет падать температура. Две трубы будут входить в ванну. Одна с этой стороны. Втягивать другая здесь. И вот такая у нас получится, типа холодный коптильник. Ванна 1,5 метра. Ну, какая была старая, такая была, будет использована. Дополнительно я еще поставлю, конечно, на пеноблоке, чтобы увеличить объем камеры воздушной. 200 литров мало, ставим блоки и увеличиваем в два раза даже объем. То есть 400 литров будет, 400-500, ну, пол куба, наверное. Воздушный такой, закопанный мешок под землей. Ну, сейчас достану термометр, наверное, уже отработал, посмотрим, сколько сейчас там. Ну, не успел еще отработать, показывает 22. Так он до этого показывает 15 градусов. Все, сейчас проводим испытания, цепляю трубу с поворотом и проверим, насколько будет падать быстро температура в перепелятнике.